Весна в Казани по климатическим меркам обычно наступает в промежутке с 31 марта по 3 апреля. Это происходит, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 0 градусов и окончательно разрушается устойчивый снежный покров. А февраль месяц по-прежнему остается зимним. С четверга, то есть начнется уже похолодание, дневные температуры минус 10 и ниже, ночные еще ниже, минус 20 и еще пониже. Напомним, что с 4 на 5 февраля в центральной части России выпало значительное количество осадков, которое в несколько раз превысило норму. Это событие также отразится на погодных условиях весной. У нас сейчас, так сказать, большие запасы снега, зима получилась снежной, поэтому все зависит от температуры, да и от кран-грея, и от теплых дождей, если они будут иметь место весной. Почему? Потому что они обеспечивают снеготаяние. При наличии дружного снеготаяния обязательно ждите вот таких неприятностей, половодья, наводнений и так далее. Сейчас остается ждать скорректированный прогноз на март от Гидрометцентра России. Тогда уже станет понятно, какой будет весна этого года. Анна Глазунова, Универньюз.